Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня я хочу показать вам свой заказ по четвертому каталогу 2017 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. И каталог номер 4 у нас действует с 27 февраля по 19 марта включительно. Очень большой объем страниц в этом каталоге, их здесь 339. В этом каталоге представлено очень много интересных и выгодных акций к празднику 8 марта, а также много интересных новинок. Часть новинок я вам показала в своем обзоре о новинках 4 каталога, можете пройти посмотреть. И часть новинок я дозаказала при заказе по 4 каталогу. А также в этом каталоге у нас представлена новая коллекция женской, детской одежды и впервые в этом каталоге коллекция мужской одежды. И, конечно же, очень красивая коллекция от всемирно известного кутюрье Валентина Юдашкина для компании Faberlic. И в этом каталоге номер 4 компания Faberlic впервые для новичков, то есть для тех, кто решит зарегистрироваться в период действия 4 каталога, приготовила очень такой, я бы сказала, необычный и интересный подарок. И сейчас новичкам в подарок предлагается скидка на одежду. То есть, выполнив свой первый заказ на сумму от 1499 рублей в цене каталога, после регистрации получаете скидку 20% на всю продукцию, поэтому сумма вашего заказа будет составлять от 1200 рублей в цене консультанта, плюс сбор за доставку. Выполняете свой заказ на эту сумму, оплачиваете его обязательно до 19 марта в период действия каталога номер 4, и тогда при заказе по следующему каталогу номер 5, который у нас будет действовать с 20 марта, вы получаете скидку 750 рублей на любую модель одежды. Это в цене каталога. В цене консультанта ваша скидка на одежду будет составлять 600 рублей. Я считаю, что получить такую скидку на одежду, это, конечно же, очень интересная акция. И у вас есть шикарная возможность по приемлемой цене впервые для себя попробовать заказать модель одежды от компании. Это может быть как женская одежда, детская одежда или мужская одежда на ваш выбор. И у нас в каталоге номер 4 также впервые для новичков предлагается набор пробников за 200 рублей. В данный набор будут входить у нас уходовые средства, серия Дом Faberlic, некоторые продукты, несколько пробников мужских и женских. И, конечно же, это уход крема. Я считаю, что получить набор пробников таких, цена очень выгодная, и у вас есть отличная возможность познакомиться с помощью пробников, сделать свое первое представление о продукции компании. И пробники будут предлагаться вам на втором шаге оформления вашего заказа в промо-акциях. Так что вот такая интересная акция. Также, девчонки, те, кто зарегистрировался в компании и с момента регистрации еще не прошло 3 каталожных периода, и вы еще не сделали свой первый заказ, то вы тоже можете вступить в данную акцию, сделать свой первый заказ на сумму 1200 плюс сбор цене консультанта, оплатить его и получить скидку на одежду при заказе по 5 каталогу. Так что вот такая интересная акция. Ссылочка для регистрации в мою структуру в компании Faberlic всегда есть под моими видео. Проходите по ссылке, заполняйте анкету, и регистрация совершенно бесплатная. И, как я уже сказала, мне пришел 5-й каталог, в котором тоже у нас очень большой объем. Здесь тоже в нем 339 страниц, как и в предыдущем каталоге, и очень много интересных новинок в каталоге номер 5. Еще мне вместе с моим заказом пришли купоны на скидку 250 рублей. Сейчас в каталоге номер 4 за свои заказы, за каждые 999 рублей в заказе в цене каталога, в цене консультанта со скидкой 20 или 26%, вы получаете вместе с заказом один купон на скидку. И у нас в каталоге номер 5 будут обозначены более 60 товаров значком минус 250 рублей. И вы сможете воспользоваться этой скидкой, приобрести для себя в 5-м каталоге выгодно продукты. Скидка будет предоставляться от красной цены в каталоге
налоги минус 250 рублей и минус ваша скидка консультанта 20 или 26%, в зависимости от того, сколько в пятом каталоге вы выполните баллов. Если будет у вас выполнено до 50 баллов, то скидка 20% в следующем. Если больше 50 баллов выполнено и оплачено, то скидка 26%. Ладно, много болтала, сейчас давайте покажу, что же было дальше в моем заказе. Дальше я заказала вот такой новый журнал Faberlic стиль. Это у нас выпуск номер 5, март-апрель. И в этом журнале очень много интересных статей. Также здесь есть вот у нас интересная статья «Морской закон». У нас в каталоге номер 5 появится новая коллекция женской одежды в морском стиле, а также коллекция мужской одежды. И здесь у нас описывается история возникновения морского стиля. В общем, интересно, можно почитать. И вот у нас также на этот журнал идет акция. Каждый день 10 счастливчикам, кто закажет этот журнал, вы сможете выиграть для себя в подарок новый аромат «Букет де Аврор». Ну, конечно, заказ, наверное, лучше делать либо после 12 часов ночи, чтобы попасть в число счастливчиков, либо, наверное, рано утром. И вот у меня артикул журнала 99.66 для тех, кто еще не сделал заказ и хочет поучаствовать в этой акции. Может быть, вам улыбнется удача. Дальше, ну давайте теперь приступим, посмотрим, что же было в заказе. Также, девчонки, хочу вам сказать, что у нас продлена акция по карточкам «Твой бонус». Для тех, кто использовал не все карточки «Твой бонус», то вы до 5 марта включительно можете ими воспользоваться и дозаказать товары по карточкам. У меня оставались много карточек, так как заказы большие, и, конечно же, я воспользовалась. И по карточкам «Твой бонус» у меня еще появились вот трое колготок, и я решила их заказать. Одни я вот уже отдала маме, и вот еще двое колготок 20 ден у меня остались. Это у меня цвет дымчатый и второй оттенок цвет кофе. Цвет кофе выглядит следующим образом. Очень такой красивый оттенок загара дает. И дымчатый цвет мой самый любимый. Вот не знаю почему, мне дымчатый нравится больше всего. Отличные колготки, хорошо носятся, поэтому очень ими довольна. Также в моем заказе впервые я попробовала заказать для себя пакетики. Это пакетик размером 15 на 21, по-моему. Да, сейчас посмотрю вот по накладной и скажу вам точно, какой размер данного пакета. Сейчас попробую вам побыстрее его найти и расскажу, что же это за размер. Я думала, девчонки, что он будет немножко больше, но пакетик оказался такой вот не очень большой. Да, 15 на 21, пакет розовый, артикул 70-204. Решила, что в данные пакетики я буду складывать подарочки к празднику 8 марта. Ну, в принципе, такой вот он средний размер. Если вам сложить что-то такое не очень габаритное, то пакетики подойдут. И красивый такой, ярко написано розовый, но он больше такой, наверное, ярко-малиновый оттенок имеет. Следующее, что было в моем заказе. Также у нас была очень хорошая акция на шампунь BioArctic от Перхоти. Если вы приобретаете шампунь по полной цене, то бальзам-кондиционер можно взять всего за 69 рублей. Хороший шампунь, и он отлично справляется с перхотью. И вот если у нас в серии Эксперт Фарма есть шампунь от перхоти, который используется не каждый день, то серию BioArctic можно использовать ежедневно. И можно вам, если у вас есть перхоть, то сочетать шампунь из серии Эксперт Фарма, использовать его, допустим, 2-3 раза в неделю, а в остальные дни пользоваться этой серией. Хорошо охлаждает кожу головы, имеет приятный аромат. Артикул шампуня 84-78, здесь его 250 мл, и артикул бальзама 84-79, тоже здесь его 250 мл. Дальше следующее, что было в моем заказе, у нас также была отличная шикарная акция на серию «Ля Крем». И у нас, если берете два продукта из серии «Ля Крем», то их можно было взять по желтым ценникам. Конечно, я воспользовалась этой акцией и взяла свои любимые гели для душа. Девчонки, вот сейчас у меня в руках грейпфрут. И даже через упаковку он настолько восхитительно и приятно пахнет. И вот первый, я вам уже сказала, я взяла с соком грейпфрута и молочными протеинами тонизирующий, его артикул 83,90, здесь его 250 мл. Настолько приятный аромат грейпфрута. Ну вот в ванной настоящая ароматерапия, очень приятный, возьмите на пробу, вы не пожалеете. И второй гель я взяла освежающий, это у меня идет с молочными протеинами и с освежающей мятой, его артикул 83,90
92. Очень, девчонки, он приятно пахнет. И вот летом, когда особенно вот жара у нас на улице, просто блаженство использовать данный гель. Настолько вот он освежает, аромат мяты придает какую-то бодрящую свежесть. По утрам, если вам нужно проснуться побыстрее, то тоже можно использовать данный гель. Мне очень нравится и могу вам посоветовать. Вообще серия «Ля Крем» мне нравится больше, чем парфюмированная, так как это кремовые гели. И вот кремовые гели мне все-таки больше нравятся по своей текстуре и как они ухаживают за кожей. У них более экономичный расход. И вот серия «Ля Крем», наверное, самые мои любимые – это с мятой, грейпфрут. Вот недавняя новинка с инжиром мне очень понравилась, которая у нас вышла. Но вы знаете, они, наверное, все хороши. Вот и клубничные, все имеют очень приятные ароматы. Дальше следующее, что было в моем заказе. Также я для себя по карточкам «Твой бонус», у меня оставалась скидка хорошая на серию по уходу за волосами, я решила взять для себя в запас еще один DD-спрей. Вышел он мне гораздо дешевле по карточкам. Его артикул 89.94. Он придает хороший объем. Его не видно абсолютно на волосах. И вот если вы перед тем, как сушите волосы феном, укладываете в прическу, либо используете какие-то вот средства термоукладки, то очень хорошо он фиксирует и придает хороший вот такой объем вашим волосам. У меня уже это, не знаю, какая бутылочка по счету, одну показывала вам в пустых баночках. Очень я довольна данным продуктом. Но вот я пользуюсь им каждый день, так как я каждое утро мою волосы, укладываю их в прическу, поэтому ежедневно его использую. И вот где-то, наверное, ну, больше чем на месяц мне вот такой упаковочки хватает. Так что достаточно, я бы сказала, экономичный. Очень приятно пахнет, он не липкий на волосах, их не склеивает, не жирнит. Просто супер продукт, очень довольна. Следующее, что было в моем заказе, это также серия «Ля Крем», которую можно было взять, я вам уже говорила, по желтым ценникам. Я вам в новинках показывала серию «Инжир», которая у нас появилась новая, показывала вам йогуртовое суфле и гель для душа. Вот суфле очень похоже на молочко, гель тоже очень приятно пахнет, напоминает аромат клубнички. И решила, конечно же, взять мыло из этой серии. Вот два мыла я взяла по желтым ценникам. Это мыло у нас тоже идет с соком инжира и молочными протеинами. Здесь его 70 грамм, вот так выглядит кусочек мыла. И очень-очень приятный аромат, настолько вкусный. Он не пахнет каким-то вот протухшим или какой-то вот кислинкой не отдает. Очень такой вот, я бы сказала, клубнично-свежий аромат, приятный, сладенький. Поэтому, девчонки, мыло мне по аромату очень понравилось. Могу тоже вам его с большой уверенностью посоветовать. И его артикул 86.10. Следующее, что я заказывала, также у нас в каталоге на средства по уходу за ноготками. Сейчас идет выгодная акция. Если приобретаете два средства любых, то можно взять по 119 каждое. И я остановилась на покрытии для ногтей. И вы знаете, мне сейчас очень нравится, что вот я покажу вам поближе. Вот так, я думаю, вам видно. Компания Faberlic у нас помечает теперь, что это за продукт. Если раньше у нас был только артикул и можно было запутаться, так как бывают некоторые продукты похожи, то сейчас у нас указано, что это быстро сохнущее верхнее покрытие. Артикул 72.58. Я взяла два по акции. Мне очень нравится этот продукт. Больше нравится, чем из серии Secret Story, так как у него менее вязкая консистенция. Такая вот очень хорошая консистенция, которая хорошо распределяется он по ногтевой пластине, выравнивает лак, закрепляет и придает такой вот глянцевый блеск. Поэтому мне продукт этот нравится и всегда его заказываю. Могу тоже вам его с большой уверенностью посоветовать. Артикул 72.58. Дальше следующее, что было в моем заказе. Также я решила заказать по карточкам «Твой бонус» для мужа и сына дезодорант «Цельсиус». Вот у меня он по карточкам вышел всего 62 рубля. Сейчас, конечно, таких цен в магазине на дезодоранты нет давно. Зайдешь в магазин уже и под 200 рублей, и около 200 рублей. В общем, цены все за 100, дешевле не найдете. У меня мужу с сыном нравится этот дезодорант. Хочу вам сказать, что это антиперспирант. То есть он хорошо защищает от пота. И вот для тех,
тех людей, кто ведут активный образ жизни, кто занимается спортом, там вот, ну, если у кого такая повышенная потливость, там у мужчин, то можно его использовать. Он очень хорошо защищает от пота и очень ядреный. Так как я вот, например, в ванную комнату, я вам уже говорила, минут 5 не могу зайти, так как очень много видно здесь стриклозана, прям начинает першить горло, раздражать глаза. Но вот у меня мужу с сыном он нравится. Я уже не знаю, вам сколько раз его показывала. Его артикул 0529, и здесь его стандартный объем 150 мл. Но потом, конечно, аромат, когда вот уже усаживается, то он очень такой вот приятный, освежающий мужской аромат имеет. Следующее, что я заказала, это также я заказывала по карточкам «Твой бонус». Мне выпал еще один подарок. И это в подарок выпала серия оранжерея «Милый жасмин». Можно было взять крем для рук. Я крем для рук пробила, но пока делала заказ, уже все, у меня высветилась красная таблица. Крема для рук нет и доступно только мыло. И вот решила взять мыло «Жасмин» в подарок. Конечно, в подарок всегда очень приятно получать продукт. У меня такое мыло уже было, оно очень приятно пахнет и не раскисает в мыльнице. Но здесь его 65 грамм объем. Дальше следующее, что я заказала, это по бонусу за покупку. У нас сейчас предлагается бонусом по очень привлекательной цене, всего 89 рублей в цене каталога. При заказе по каталогу на сумму от 299 рублей крем Винотоник из серии Эксперт Фарма. Здесь его 75 грамм, артикул 1660. Крем обладает отличным противоотечным эффектом, имеет приятный аромат и очень хороший отвлекающий эффект, притянущий ноющие боли в ногах. Действительно, продукт шикарен, он хорошо отвлекает, если вы долго находитесь на ногах, если у вас работа связана, что вам приходится стоять подолгу на ногах или где-то там вот по многу ходить, то крем будет отличным спасением. Он наносится массажными движениями на чистую кожу ног, это на ступни, на голени и на бедра, 1-2 раза в день. Отличный продукт, создает ощущение свежести и прохлады и хорошо стимулирует кровообращение в коже и уменьшает отеки в ногах, а также укрепляет стенки капилляров. Поэтому обязательно присмотритесь по такой шикарной цене. Кто не пробовал, возьмите на пробу, вам он понравится, это 100%. Дальше следующее, что я заказывала тоже по карточкам «Твой бонус», это карандаш пятновыводитель универсальный. Посмотрела, что у меня закончился, и, конечно, решила его заказать. Сейчас у нас будет весна, будет, конечно, больше будем находиться на природе, и поэтому всегда у нас остается больше пятен на одежде. У меня такой закончился, и я решила его взять. Он сейчас в каталоге тоже идет по акции. Берете два, тогда каждый 99 рублей. Но вот у меня по карточке он вышел даже чуть-чуть дешевле, и поэтому я его решила заказать. У нас здесь в составе на первом месте 15-30% кислородосодержащего отбеливателя, и затем идут на основе кокосового масла добавки, также комплексообразователь и консервант. И сам карандашик у нас выглядит следующим образом. Вот такой у нас стик бумажный. Здесь у нас бумажечки намечены делениями, то есть вы можете затем отрывать и кусочек его использовать. И здесь есть полная инструкция, как вот на самой упаковке указано, как пользоваться данным карандашиком. Дальше следующее, что было в моем заказе. Также, девчонки, у меня по накопительной программе накопилось достаточно много баллов, так как каждый каталог у меня получается вот в связи с тем, что я много заказываю, беру всегда много одежды, поэтому баллов копится много. Всегда где-то 150 баллов у меня накапливается. И я решила по накопительной программе, эти товары мне вышли совершенно бесплатно, взять для себя следующие продукты. Это крем... это тоник из серии «Этна Ботаника» для возраста 30+, его артикул 0827. И второй продукт – это скраб очищающий, также из серии «Этна Ботаника» для возраста 30+. Здесь его 75 мл, артикул 0828. В составе данного скраба у нас на первом месте стоит каолин. Здесь добавлена глина, поэтому этот скраб вы можете поскрабировать, затем оставить на коже в качестве маски. Отлично скрабирует, он не такой вот прям агрессивный, красных пятен у вас на лице не будет, но за счет того, что здесь измельченная абрикосовая косточка, то скрабирует он кожу очень хорошо. И вот вы знаете, вот совершенно недавно, вчера я пользовалась вместе, у нас есть набор
на батарейках в серии Expert Pharma для кожи, нанесла скраб на лицо и затем с помощью этого аппарата чистила лицо. Кожа потом очень такая гладкая и очень приятная, имеет приятный аромат, поэтому тоже могу вам с уверенностью посоветовать. Несмотря на то, что продукты в серии на Ботаника довольно бюджетные, но они прекрасно ухаживают за кожей, поэтому можно рассматривать их к покупке. Дальше следующее, что было в моем заказе, это тоже по карточкам, вернее по накопительной программе, совершенно бесплатно. Я взяла вот такой вот набор из серии Airstream. Это у нас серия идет для жирной комбинированной кожи, называется кислородный баланс. У нас сейчас лето, у меня кожа комбинированная, летом всегда кожа нуждается в большем матировании, поэтому, конечно же, я заказала. И вот совершенно бесплатно, каждое средство мне обошлось по рублю, по-моему, вот я взяла вот такие продукты. Или, нет, наверное, даже совершенно бесплатно вышло. Тоник абсорбирующий для жирно комбинированной кожи, хорошо тонизирует и освежает кожу, успокаивает мелкие очаги воспаления, активно матирует в течение дня, увеличивает эффективность последующего ухода. Действительно шикарный тоник, я его очень часто приобретаю, довольна очень. Следующие два продукта – это крем дневной и ночной из серии «Кислородный баланс». Отлично матирует кожу. И вот на летний период времени, на весенний, подойдут отлично. Дневной крем имеет у нас артикул 0212 и ночной 0213. И в составе серии Airstream у нас имеется кислородный комплекс «Новафтем», который помогает усваивать все питательные вещества кожи из состава кремов, а также вашей коже дышать. И у нас есть здесь нанокапсула «Тумерин», которая борется с воспалениями, с раздражениями, с высыпаниями на коже и защищает вашу кожу от вредного воздействия окружающей среды. Так что вот такие два продукта. Дальше следующее, что было в моем заказе, это новинка каталога номер 4. У нас с вами в серии Дом Фаберлик появляется водный спрей-антистатик для текстильных изделий без запаха. У нас указано, что данный продукт снимает статическое электричество, подходит для всех видов тканей без спирта и газов пропеллентов. Вот такой продукт имеет он в своем массу 200 миллилитров и артикул 11262. Мне очень нравится, что здесь он без запаха, поэтому не будет перебивать аромат ваших духов. И у нас в составе данного продукта на первом месте вода, потом менее 5% НПАВ, силикон и консервант. Я думаю, что именно НПАВ и силикон, скорее всего, и воздействуют на вещи, что они перестают электризоваться. Сейчас у нас весна, лето, пойдут платья, юбки, поэтому продукт будет незаменим. Я его, девчонки, еще не пробовала, но вот я его открутила, он имеет абсолютно прозрачный цвет, ну вот как водичка, и он совершенно ничем абсолютно не пахнет, то есть никаких здесь отдушек в данный продукт у нас не добавлено. Указано, что хорошо снимает статическое электричество с одежды, синтетики, не повреждает структуру ткани, устраняет прилипание одежды к телу и неприятный треск при электризации. Распыляется он с расстояния 20-30 см и затем даете просохнуть. Так что вот такой продукт. Следующее, что было в моем заказе, я также заказала для себя новинку каталога номер 4. У нас в четвертом каталоге она идет со скидкой. И у нас в серии Faberlic Expert появилась новая сыворотка для роста бровей. Приходит она вот в такой коробочке. И вот так выглядит у нас сама сыворотка. И сейчас я у нас всегда внутри, когда вы разрываете коробочку, не спешите выбрасывать, здесь есть всегда аннотация, где вы сможете подробно познакомиться с составом продукта и почитать его назначение. Так вот, у нас в сыворотке для бровей указано, что входящие в состав молекулы зародышей пшеницы благодаря высокому содержанию аминокислот укрепляют и восстанавливают и стимулируют рост волос. А также здесь есть экстракт карагинана, который прекрасно увлажняет, содержит полисахариды,
органические кислоты, ферменты и витамины, а также комплекс микро- и макроэлементов, необходимых для улучшения обменных процессов, ускоряющих рост волос. Сыворотка рекомендуется для любых бровей. Также у нас компания заявляет, что инновационная формула, которая позволяет иметь мягкие и шелковистые брови. Сыворотка стимулирует рост волос и предотвращает их истончение и выпадение. Желеобразная текстура создает невидимый слой на бровях, что не мешает последующему нанесению декоративных средств. То есть можно эту сыворотку использовать утром, дать немножко ей подсохнуть и затем уже приступать к оформлению своих бровей. Наносить сыворотку два раза в день, утром и вечером, на чистые, без макияжа брови с помощью кисточки деликатно втирать до полного впитывания. Сейчас я вам покажу, как выглядит у нас щеточка. Щеточка такая не очень большая, ну, обычная вот такая вот щеточка. И прозрачный, сыворотка сама имеет прозрачный оттенок. И по аромату, ну вот такой аромат слегка уловимый, чуть-чуть менее концентрированный, чем у туши. Я уже эту сыворотку два раза попробовала наносить на брови. Никаких вот аллергических реакций она у меня не вызвала. Надеюсь, что позволит сделать брови более густыми, более темными по цвету и будет хорошо за ними ухаживать. Так что я вам могу тоже ее посоветовать, взять на пробу. Я думаю, что стоит попробовать, тем более сейчас у нас в моде густые, роскошные брови. Дальше следующее, что было в моем заказе, это тоже новинка 4-го каталога. У нас в каталоге номер 4 в серии Skyline, в серии лаков для ногтей CC9 в одном умный цвет появилось 8 красивых оттенков. И один из оттенков я показывала вам в новинках. Это безупречный аметист, который мне очень понравился. И решила взять еще один оттенок. Это оттенок лунный камень. И вот так вот он у нас выглядит. Это такой оттенок хамелеончик. Он имеет слегка такой вот лавандово-серый оттенок с таким, я бы сказала, зелено, наверное, синим отливом. И вот сегодня у меня данный лак нанесен на ногтях. В один слой он смотрится такой вот, дает красивый отлив. Можно, в принципе, в один слой наносить. Хорошо наносится, хорошая консистенция у лака. Вот у меня на ногтях в два слоя. И вот на этом вот, на одном ноготке он уже нанесен в три слоя. Я нанесла, чтобы вам показать. Ну и вот так вот смотрится лак в два слоя. Очень такой красивый оттенок. Смотрится интересно. И под разным углом преломления света он смотрится по-разному. Вот так он более у нас идет такой сиреневатый. И вот если вот так посмотреть, то получается вот такой интересный отлив у данного лака. И его артикул 72-48. Кисточка здесь, девчонки, такая же точно, как и во всей серии Skyline. Удобная, и наносить лак очень удобно. Сохнет он, ну, примерно где-то в течение минут 10 лак подсыхает. Следующее, что было в моем заказе. Также я заказала из детской серии, заказывала это я своей племяннице. Заказала первое, это шампунь-бальзам для волос «Кошка Малина». И вот так вот у нас выглядит очень красивый такой флакончик, где нарисована кошечка. Здесь его 250 мл, артикул 2344. Любимый аромат летних ягод дарит кошке Малине заряд положительных эмоций. И она хочет поделиться своим настроением с маленькой принцессой. Нежная формула шампуня не сушит и не раздражает кожу головы. И делает волосы послушными и красивыми. Так что вот такой вот у нас шампунь. Вы знаете, когда я его открыла, понюхала, аромат ну, настолько вкусный. Ну вот настоящие малины, ну просто прям не передать. Вы знаете, я когда понюхала этот шампунь, то у меня была первая мысль, что надо как-нибудь заказать, наверное, себе попробовать вот такой шампунь. Я думаю, что он будет очень хорошо промывать волосы и делать их очень гладкими. И он у нас такой розовый и имеет перламутровый оттенок. Но аромат просто превосходный. Следующее, что я заказывала из детской серии, также для своей племяшки, я заказала вот такую расчесочку из этой серии. Это щетка для волос, детская с зеркальцем. Ее артикул 95-67. Приходит она в такой вот пластиковой упаковке. И у нас щетка имеет следующий размер. Длина 14 см, ширина 6 см. Материал нейлон, АБЦ пластик и стекло. И изготовлен продукт
продукт в Китае по заказу компании Faberlic. Сейчас я покажу вам поближе. Здесь у нее такой, такие вот пластиковые щетинки, достаточно жесткие, разной формы. Я думаю, что вот за счет того, что они волнистые, они будут хорошо расчесывать детские волосики и не будут волосики, не будут кожу головы вот мягко воздействовать на кожу головы. Такая вот ручка удобная, думаю, что для детской ручки как раз. И не буду светить, вот здесь у нас есть зеркальце с обратной стороны, для того, чтобы наши маленькие модницы смогли посмотреться в зеркальце, воспользоваться блеском для губ. Я тоже заказала блеск для губ, сейчас вам покажу его. Заказывала я блеск для губ фруктовый мармелад, и это у меня оттенок, по-моему, малиновый. Сейчас скажу вам его артикул. Артикул данного блеска 47-44, такой вот получается насыщенный красный оттенок имеет. Вот такой блеск с разноцветными красивыми блесточками. Я надеюсь, что ей очень понравится. У меня племяшка очень любит красный цвет, поэтому, конечно же, я заказала для нее на подарок блеск красного цвета. Следующее, что было в моем заказе, это лак из детской серии «Глазурь для ногтей». Вот так выглядит у нас упаковочка. На подарок тоже будет очень красиво смотреться. И артикул лака 71-89. И это тоже лак красного цвета. Сейчас я тоже покажу вам, как он выглядит. И вот так выглядит у нас лак. Такой ярко-алый оттенок. Этот лак очень легко смывается водой и безопасен для детских ноготков. Поэтому девчонкам, вот для того, чтобы приучали за собой следить, я думаю, что им тоже интересно, как вот и мамам, пользоваться детской косметикой. Дальше следующее, что я заказывала, это вот такие детские наклеечки для ноготков. Артикул наклеечек у нас 73,90. И у нас эти наклейки имеют, по-моему, 3D-эффект. Вот такие вот цветочки. Аккуратно снимается стикер, приклеиваем стикер на ногтевую пластину. Вот здесь у нас с обратной стороны указано, как использовать данные наклейки. Дальше следующее, что я заказывала. Этот продукт я заказывала по программе. Я как VIP-консультант выполняю 100 баллов. И за 100 баллов я могу взять два продукта со скидкой 70% от черной цены и минус скидка консультанта. Получается очень выгодно. И я заказала для себя еще один тональный крем из молодежной серии Feel Fresh. Взяла я его в запас. И мне очень понравился тональный крем. Он в своем составе содержит гиалуроновую кислоту, а также специальные светоотражающие частички, которые отлично помогают сделать такую вот кожу сияющей и сделать более здоровый, отдохнувший цвет лицу. Мне очень понравился, сейчас очень часто пользуюсь. И пока он есть в каталоге, решила взять его в запас. А также у нас здесь есть SPF фильтр 15. Здесь его 30 мл, артикул 61-28. Следующий продукт, который я заказывала, также я для себя в запас взяла гель для бровей. У нас в каталоге номер 3 появился гель для бровей в двух цветах, темно-коричневый и для блондинок светлый оттенок. Я еще для себя в запас взяла темный оттенок, темно-коричневый, так как у нас компания Faberlic любит выводить из каталога некоторые продукты, поэтому я его тоже по карточкам «Твой бонус» решила взять в запас. Его артикул 50-80, и я покажу вам тот, которым я сейчас пользуюсь. Конечно, я его использую, вначале наношу темную пудру для бровей, а затем использую данный гель. Мне очень нравится, как он ухаживает за ресницами, очень нравится, как он фиксирует их, и вот можно использовать даже летом его просто без черной пудры. Нравится, поэтому, конечно, взяла второй в запас. Следующее, что было в моих покупках по каталогу номер 4. У нас сейчас идет отличная супер цена на подводку. И у нас подводка, по-моему, представлена в каталоге в 6 разных оттенках. И я решила для себя взять подводку фиолетового оттенка. Ее артикул 54-40. Вот так выглядит у нас сама подводка.
И сейчас покажу вам, как она смотрится. Выкручивается здесь у нас ручка достаточно длинная. И подводка имеет такой темно-фиолетовый оттенок. Очень красивый. Когда он высыхает, становится чуть темнее. Я вам уже как-то говорила, что подводками я часто в молодости пользовалась. Сейчас я использую их достаточно редко, но все-таки решила заказать. И вот сегодня я на глаза наносила эту фиолетовую подводку. Решила на лето попробовать использовать подводки. Пока у нас сейчас в каталоге супер цена 169 рублей. Дальше следующее, что было в моем заказе. Также, девчонки, заказала для себя новую тушь, которая у нас представлена в каталоге номер 4. Эта тушь появилась в серии декоративной косметики Skyline. Представлена она сразу на второй страничке каталога. Называется она Push Up эффект, где ее 9,5 мл. Артикул туши 54,71. И она у нас в компании предлагается бонусом за покупки. То есть вы можете взять тушь всего за 169 рублей в цене каталога при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Тушь имеет фибровую щеточку. И вы знаете, сегодня я вот третий раз использовала данный продукт на свои ресницы. Тушь мне понравилась. Хочу вам сказать, что эта тушь для тех, кто вот утром спешит, когда на работу, то достаточно даже одного слоя для того, чтобы прокрасить ваши ресницы. Тушь хорошо удлиняет реснички. Конечно, если сравнивать ее по консистенции с тушью из серии Secret Story, и вот у нас появилась тушь молодежь коллекции, то это более суховатая, то есть она не такая маслянистая, как тушь в серии Secret Story, но она засыхает средне на ресничках, то есть можно моделировать с помощью данного продукта ресницы. У нее вот такая щеточка, где очень-очень много, прям вот часто расположены щетинки. Щетинки по себе сами очень тоненькие, как иголочки, их очень много. И у нас компания Faberlic заявляет, что эта тушь, щеточка имеет специальную форму, в которой есть 6 зон ловушек, позволяет нанести больше туши, чем обычно. Действительно, когда мы достаем продукт из упаковки, то туши появляется на самой щеточке очень большое количество. Конечно, если будет совсем много для вас, то ничего страшного, можно излишки с помощью самой упаковки у нас излишки убрать, но вот именно за счет того, что у нее очень мелкие иголочки, очень мелкие щетинки и туши очень много, то даже вот в одно касание с первого слоя, если вы куда-то спешите, можно прям превосходно прокрасить реснички. И вот действительно за счет того, что много иголочек, тушь обволакивает каждую ресничку, она их пушит, вот действительно называется push-up эффект, так как тушь хорошо пушит ваши реснички, делает их такими вот пушистыми. Ресничек много, они объемные, удлиненные. В принципе, девчонки, я считаю, что бонусом за покупку, конечно, обязательно возьмите на пробу. Тушь достаточно неплохая и мне понравилась. Но вот одно но у меня, вот, может быть, потому что сейчас вот, ну, как-то вот, когда собираешься утром дома, очень жарко, первое время, когда вот только нанесу, немножко отпечатывается вот здесь под веками. Затем я просто это вот аккуратненько убираю, и затем уже у меня как-то вот ничего не отпечатывается, тушь не осыпается, в течение всего дня держится на ресничках хорошо, поэтому я осталась довольна продуктом. Еще раз хочу сказать, она позволяет очень быстро прокрасить ваши ресницы. Сейчас покажу вам поближе, как она смотрится. И вот так смотрится у меня на глазах данный продукт вот сегодня еще вместе с подводкой. И дальше следующее, что хочу вам показать, то, что было в моем заказе, у нас в каталоге номер 4 в серии по уходу за кожей лица появилась новый продукт в серии Platinum. Это новая маска. Маска приходит вот в такой достаточно большой коробке. Сама маска тоже имеет большой объем, здесь ее 50 мл, артикул маски 0331. Я также взяла ее по VIP-программе со скидкой 70%, вышла она мне совершенно недорого. Конечно, в каталоге она стоит, я бы сказала, что не очень бюджетно. И у нас компания Faberlic заявляет, что маска глубоко увлажняет кожу, поддерживает водный баланс в течение всего дня, выравнивает цвет лица,
И также у нас в этой маске, что меня очень-очень порадовало, наконец-то у нас добавлен кислородный комплекс Новафтем, а также кислородный комплекс Акваптем. То есть здесь присутствует кислородный комплекс, который доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок в составе данной маски. А также здесь у нас есть специальный комплекс Продизия, который наполняет кожу активными веществами, возвращает ей красоту и сияние, восстанавливает энергетический обмен в клетках кожи. И вот такой состав, попробую вам вот так показать. Я думаю, что вам видно, поставите на паузу и можно будет посмотреть состав данной маски. Я уже эту маску использовала, компания Faberlic нам ее предлагает наносить и распределить по всему лицу, на ночь мягко помассировать лицо кончиками пальцев, чтобы активировать маску. После того, как она немного впитается, ложитесь спать. Утром умойтесь теплой водой и продолжите свой привычный уход. Я так и сделала, очистила кожу вечером своего лица и нанесла перед сном маску. Маска просто мгновенно впитывается за какие-то считанные в течение 5 минут. Она прекрасно впитывается, имеет великолепный аромат. По аромату маска такая же, как и дневной крем. Очень приятный аромат, пахнет персиком и манго. И вот такой имеет состав, достаточно густой. И у нас здесь большая баночка, как вы видите, в отличие от кремов, здесь ее 50 мл. И такая же у нас новая технология упаковки. То есть упаковка позволяет вам не открывать постоянно маску, для того, чтобы не попадал туда воздух и вредные вещества. И вот так выглядит у нас сама маска. Необходимое количество мы наносим, она очень быстро тает на коже, прекрасно впитывается в кожу и, вы знаете, создает мгновенный эффект увлажнения кожи и мгновенный эффект такой вот очень гладкой, подтянутой кожи. Мне очень понравилась маска, девчонки, она просто шикарная, поэтому я вам ее могу с большой верностью посоветовать, особенно для тех, кто пользуется серией Platinum. Очень жаль, что вот сейчас у меня серия Platinum закончилась, а теперь вот у меня есть маска, но обязательно возьму для себя ее еще. И вот эту маску, по-моему, у нас нужно использовать 2-3 раза в неделю. Так что маска, я осталась полностью довольна, шикарный продукт. Вот сейчас я покажу вам даже на руке, как вы видите, кожа абсолютно сухая. Даже вот, наверное, прошло 2 минутки, маска полностью впиталась, присутствует эффект изнутри, хорошее увлажнение кожи, хороший тонус кожи придает, поэтому я осталась полностью довольна. И последнее, что было в моем заказе, у нас в каталоге номер 4, на страничке 4 появились 20 оттенков новой губной помады 3D поцелуй в серии Skyline, в которой у нас содержится гиалуроновая кислота. Помада хорошо увлажняет кожу, обладает антивозрастным эффектом и хороший объем губ до 5 часов. И я взяла для себя несколько оттенков. Первый оттенок, который хочу вам показать, он сейчас нанесен у меня на губах. Это 44006, называется «Весенняя баллада». У меня не было пробника данного оттенка, и поэтому, конечно же, я долго думала, но все-таки соблазнилась и заказала данный оттенок. Оттенок имеет такой вот немножко лиловый оттенок и смотрится вот так вот он на моих губах. Чем-то немножко похож на кофе с молоком, но кофе с молоком у нас уходит в серый подтон, такой вот серо-бежевый, а этот оттенок уходит в такой вот лиловый подтон. Хорошо освежает губы, ложится на губки плотненьким слоем. Поэтому, конечно же, весной будет красивый освежающий оттеночек. И он такой вот медовый, смотрится нежно на губах. Следующий оттенок, который я для себя заказала, это, конечно же, девчонки, оттенок 44017, который мне очень понравился. Это лиловый ноктюрн. И покажу вам, как выглядит оттенок в упаковке. Очень красивый оттенок. Я полностью им довольна. Вы часто спрашиваете вот в последних видео, что у меня на губах. Вот у меня на губах очень часто именно оттенок лиловый ноктюрн. И вот так вот он у нас смотрится, данная помадка. Еще один оттеночек, который я заказывала от данной помады, это 44018, который немножко темнее, чем лиловый ноктюрн, и называется сливовый блюз. И тоже вот так смотрится оттенок сливовый блюз.
красивый ягодный оттенок, который отлично подойдет также для дневного варианта макияжа. И вот все эти три оттенка ложатся таким вот плотненьким слоем. Вот у нас оттенок сливовый блюз и лиловый ноктюрн рядышком. Следующий оттеночек, который был в моем заказе. Очень, девчонки, я думала долго, какие оттенки брать, но все-таки определилась. И, вы знаете, хочется мне еще приобрести оттенки. Вот, например, миндальная овертюра очень понравилась. И понравилась вот утренняя сюита и розовый вальс. И вот следующий оттенок, который я хочу вам показать, это 44015. Называется цветочная ария. Он тоже как-то был у меня на губах. И вы у меня спрашивали, что это за оттенок. Очень красивый оттенок, ложится плотным слоем. И вот так вот он смотрится. Это оттенок цветочная ария. И вот так он у нас смотрится в стике. Еще один оттенок, который я заказывала, это оттенок у нас 44016, брусничный этюд. Очень красивый, но он, конечно, такой вот темноватый. Подойдет он больше вот как вечерний вариант, вот на осенний макияж. Тоже будет смотреться красиво, да, достаточно такой красивый, насыщенный оттенок. Это у нас брусничный этюд. И вот так вот он у нас смотрится на сводче. У меня, если что, есть свотчи всех оттенков этой помады. Там, по-моему, только нету двух оттенков. Можете пройти посмотреть. Так что вот такой был мой заказ по каталогу номер 4. Пишите, что заказывали вы. Будет очень интересно прочесть ваше мнение. А на этом я вам говорю пока-пока. Всем до свидания. Всем до новых встреч.